Снова в Иванове звучат медные трубы. Конкурс-фестиваль духовых оркестров, ансамблей духовых и ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов проходит в областном центре уже в шестой раз. С каждым годом география ширится и количество участников растет. В этом году мы планируем больше 30 коллективов подали заявки. Сюда входят и оркестры, и ансамбли, и детские, и взрослые. То есть в общем количестве чуть более 30 коллективов. Музыка их связала. В оркестре, в отличие от сольного творчества, мало обладать талантом. Нужно уметь прислушиваться к другим, работать в команде, как одно целое. Тогда и в музыке будет гармония и естественность. А во мнениях, какими еще данными должен обладать музыкант, сами участники фестиваля разошлись. Я думаю, особых качеств не нужно. Главное – любовь к музыке. Все. Главное – это слух, а остальное уже можно научиться. Было бы желание. Традиционно, помимо призов, лучшие из лучших получат возможность выступить на всю Ивановскую. Во время празднования Дня города оркестры сначала пройдутся по городу шествием, а затем сыграют на галоконцерте в самом центре текстильного края. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.